Беспилотное будущее России вузыкуют кадры. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о важном, о нашем будущем, а точнее, о подготовке специалистов по беспилотным авиационным системам. Тема, что называется, на злобу дня. Почему? А потому что будущее, не побоюсь этого слова, за беспилотниками. В России, как и во всем мире, растет спрос на профессионалов, которые в этих самых беспилотниках, как рыба в воде. И что характерно, наши вузы не сидят сложа руки. Ведущие учебные заведения страны на передовой модернизируют программы, открывают новые специализации, увеличивают количество бюджетных мест. Одним словом, готовят специалистов, которые будут создавать и запускать в небо эти самые беспилотники. Давайте же посмотрим, как говорится, не отходя от кассы, что у нас тут происходит. Итак, начнем с флагмана МФТИ. Физтех, как говорится, он и в Африке физтех, всегда впереди планеты всей. Вот и в этот раз не подкачал. Открыли новое направление подготовки – беспилотные авиационные системы. Старое направление – авиационные технологии – тоже, естественно, никуда не делось, работает как часы. Так что, дорогие абитуриенты, есть где развернуться. В этом году на оба направления было зачислено 36 студентов. Не бог весть, какая цифра, скажете вы, но ведь Москва не сразу строилась. Томский государственный университет тоже не лыком шит. Там тоже, видать, знают толк в беспилотниках. Поэтому, недолго думая, открыли набор сразу на два направления. Первое – программное и аппаратное обеспечение беспилотных авиационных систем. Второе – технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами. На первое направление взяли 20 студентов, на второе – 30. Итого, полсотни молодых специалистов уже в следующем году ринутся покорять небо. Молодцы, что тут скажешь. Московский авиационный институт. МАИ, кузница авиационных кадров. Разве могли они остаться в стороне? Конечно же, нет. В этом году МАИ запустил сразу три новых направления подготовки по беспилотным авиационным системам. Проектирование баз. Моделирование и оптимизация в баз и обработка данных полезных нагрузок баз. На эти программы поступили 48 человек, что на 18 больше, чем в прошлом году. Вот это я понимаю, динамика. РТУ Мирея тоже решил не отставать от жизни. Открыли две программы по беспилотным системам и не прогадали. На них поступили 73 студента. Спрос на таких специалистов растет, как на дрожжах. Ну и куда же без МГУ им? Н.Э. Баумана. Бауманка, она и в Африке Бауманка. Отдельного бакалавриата по беспилотникам там пока нет, но 8 образовательных программ частично связаны с этой областью. В этом году на них поступило 848 бюджетных студентов и 100 на платное обучение. Вот это размах! Вот это я понимаю. Подготовка кадров. Что же можно сказать в завершение? А то, что спрос на специалистов по беспилотным авиационным системам будет только расти. Это уж точно, как дважды два – четыре. И наши образовательные учреждения это прекрасно понимают. Они активно расширяют программы подготовки, увеличивают количество мест. А это значит, что у России есть все шансы стать одним из лидеров в этой области. Знаете ли вы, что уже в более чем 50% российских регионов школьников обучают технологиям беспилотников? И вот почему. С этого года российские 8- и 9-классники могут погрузиться в мир дронов с помощью совершенно нового учебника. Это пособие, разработанное компаниями «Geoscan» и «Просвещение», является частью модуля робототехника на уроках технологии. В учебнике рассматриваются все аспекты беспилотной авиации, от основ и классификации дронов до программирования автономных полетов.
Он призван не только познакомить учеников с механикой дронов, но и пробудить интерес к высокотехнологичным профессиям. Эта инициатива является частью масштабной образовательной реформы, направленной на подготовку школьников к будущему рынку труда. Ранее в этом году о запуске данного модуля по дронам объявила заместитель министра образования Татьяна Васильева. Уже более половины регионов России начали оснащать школы беспилотниками, инвестировав в это 1-2 миллиарда рублей. Так что, будь вы учеником или родителем, приготовьтесь к тому, что дроны взлетят в классах по соседству. Готовы ли вы окунуться в мир новых авиационных технологий? Недавно президент Путин поделился потрясающими новостями. Президент Владимир Путин объявил о запуске производства гражданских дронов. Этот шаг показывает, что Россия нацелена на развитие крутых технологий и инфраструктуры. Помимо дронов, Путин представил кучу других инициатив. Эти усилия показывают, что Россия хочет сделать значительные шаги в развитии технологий. Развивая беспилотные технологии, Россия стремится усилить свои оборонные возможности, улучшить логистику в отдаленных районах и создать новые высокотехнологичные рабочие места. Следите за новостями, ведь Россия делает смелые шаги к высокотехнологичному будущему. Впереди нас ждут невероятные времена. Будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта. В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока.